На входе очень удивились, почему мне два дали по 200 рублей чека. Вы один или вас двое? Я говорю, один. А почему два? Говорю, ну потому что один с терминала, а другой с фискального регистратора. Очень удивились. Ну вот, отреставрированная входная арка. Так. Так, мне, конечно, сейчас в другую сторону, но я хочу посмотреть вот на это вот произведение. Тоже много интересного про этот камень написано. Не знаю, тут есть информация про него, нет? Должно быть. Кому интересно, остановите, почитайте. Вот так вот. Вот такая вот махина. Помню, на Соловках то же самое было. Ходишь как по ковру. Папоротник. И север вообще уникальное место. Папоротник размножается спорами. Вот они. По-моему, это яблоневый сад.
Так, мне надо в правую сторону парка. До самого конца несколько километров пешком идти. Но оно того стоит. Что-то очень на нашей Коломенской похоже. Какой здесь прекрасный воздух. Сетка наверху. Тема была доминантной. Об этом также говорит и беседка совсем небольшая, которая находится у нас в течении. Это у нас чайная беседка. И я, если честно, до работы здесь экскурсоводом думал, что такое название появилось, потому что в этой беседке было приятно. Wunderbar.
так вот березка растет. Сама беседка чайная. Thank you.
Так, что запрещается? Людвигштайн. Знаем, знаем. Добрый день. Как дела? Ну ладно. Так, а мне нужны эти, как их, экотропы. Как раз вот туда сейчас надо. Кто сюда соберется, купайте обувь специальную. Таких вот походов, потому что по камням здесь лазить придется очень много. Главное, чтобы обувь не скользила. Так что правильно подбирайте туристическую обувь для таких вот как раз поездок, желательно непромокаемую, потому что здесь погода может резко поменяться. Сейчас солнышко, а потом уже может ливень начаться. Вот. Людвигштайн. Закрыть, к сожалению. Что поделать? Вот это мощь. После всего такого увиденного даже не хочется в Москву возвращаться. Это, блин, охренеть. Да, у нас есть. Алина, ты дома?
Так вот растут деревья на скалах, цепляются за все. Юго-восток, как у нас может получиться северо-запад, если мы встречу на юго-восток? А мы сейчас простирание замеряем. Ну а простирание перпендикулярно. Азимут простирания, мы замеряем. Сейчас азимут падения мы меряем. Это будет точно северо-восток, потому что так направлено. Mm-hmm. Это азимут простирания. А мы сейчас азимут падения. Один. Два. Два падения, два. Азимут падения.
сейчас наверх заберемся. Косметика еще. Не ремонтируйте. Какой здесь воздух? Да, хорошо, хоть обувь нормальная, на подошве, которая по камням не скользит. Прям дух захватывает. Вон люди внизу, а я наверху. Офигеть вообще тут, блин. Рай. Места обалденные. Хвойный лес. Вспоминается это. Фильм «А зори здесь тихие».
все гранит. Какой валун здоровый. Ты ёшкин кот. А тут еще не просохло. Да, комаров здесь куча. Кстати, попшикать, забыть. Да, берите с собой средства от комаров. Желательно побольше. Сейчас я напшикался. Вроде отстали. Какие тут места вообще, обалдеть. Белочка.
Как дела? Мягкий мох. Можно и передохнуть немножко. Погреться на солнышке. Ну вот. Это у нас эко-маршрут. Советую посетить, помимо самого парка Монрепо, вышел к какому-то забору. Так. Надо свериться с картой. Блин, после этого средства все прилипает. Средство от комаров. Такие размеры. Не. А
Здесь когда-то, наверное, шли бои. Во вторую войну. Охренеть. Охренеть. Чтобы понять эти размеры камня, надо просто рядом с ним встать. И вы будете как муравей. Это очень огромный камень. Даже словами не описать. Просто громадина. Какие-то надписи тут. Непонятно. Ну, наверное, молодежь развлекалась. Вот этот вот камень где-то 1,5 метра в высоту в сравнении вот с этим. Идем дальше. Вот, блин, мне вон туда надо попасть как-то. Ворота закрыты. Ну, пойдем вдоль забора, может где-нибудь лазейка есть. Судя по тропкам, куда-нибудь да выведет. Странно, что эко-маршрут закрыт. Вот такая вот каменная стена интересная. Обалденно.
Потрясающе. Только вот у нас, блин, вечные две проблемы. Дураки и дороги, это понятно. А сейчас, блин, заборы, шлагбаумы и камеры. Ну ладно, вон люди. Так, ну продолжаем. Все-таки зашла я на эту территорию. И вот интересная такая вот вещь каменная. Типа как ячейка для стрельбы. Не знаю, тут много таких вот интересных мест. А ведь сколько здесь могут лежать еще бойцов? Если, конечно, здесь бои проходили. Потому что под мхом очень хорошо все скрывается. Это тут интересно. Что это такое? Плесень, что ли? Птичка. Была птичка. О, жук какой. Привет. Что-то надо под ноги смотреть. Вот, собственно, я и хотел в такое место попасть, вот в лес. В такое. Опять вышел на тропу. О, знакомая тема.
камушек на камушке ставить. Так, начинается открытая местность. Блин, хоть бы ручеек какой-нибудь бы попался. Руки помыть. То реально это средство вообще не отмывается, все липнет. Попробовать водой смыть. Молодняк растет. Поразительные места. Хрена себе загнула. Сломала. Да, судя по всему, тут ручьи хорошие бывают по весне, да и во время ливня тоже. Это типа желание загадывает, наверное. Возможно, я ошибаюсь, а может быть и нет. Но это что-то с войной связано, хотя могу ошибаться. Потому что очень похоже на ячейки стрелковые.
Блин, я, наверное, так до укрепления не дойду нифига. Столько всего интересного по пути. Тоже интересно. Углубление такое. Все может быть. Какой-то такой странный стук был. Все может быть здесь. Все. О. Что-то непонятное. Ну да. Эхо войны. Сразу видно. Вот еще. Это даже, может быть, и блиндаж был. Ладно. Все не переходишь. Кто знает, что это такое? Что за ягода? Тут много одинаковых ягод, которые можно есть, которые нельзя есть, ядовитые они. И вот они очень похожи. Так. Как сейчас сказали люди,
те где-то еще километр. Ну, идем. Ну вот, елочка растет на камне. Такова природа. Хочешь жить, умей вертеться. Ну, а мы идем дальше. Тоже с камня растет. Ну вот, такая вот местность сменяется опять лесом. Привет, комары! Я иду к вам. Ну вот, муравейник. На Славках, конечно, он побольше, чем здесь. Но и этого достаточно. Вон там, кстати, по-моему, тоже еще один. Пускай занимается своими делами, а мы пойдем своими делами заниматься. О, еще муравейник. Уже побольше. Что-то опять показалось. Где-то какой-то стук. Может, кто-нибудь заблудился? Потому что, когда ударяешь по дереву, звук очень далеко распространяется. Дальше, чем даже, когда кричишь «Ау!». Это так, на всякий случай, если вы заблудились. Надо стучать по дереву. Возможно, даже звериные тропы. Да, лучше не ходить греха подальше. Да ладно. В
мы по этой тропе не пойдем. Реально. Наступаешь, нога проваливается. Мягко-мягко. Вот, кстати, тропинка какая-то. Протоптана. Как же тут красиво. Ничего нового нет. Что это такое? Случайно. Не моток колючей проволоки. Реально, колючая проволока, целый моток. Это со времен войны. На Кольском полуострове как раз в таком же сохране. Колючая проволока вообще нулевая. Офигеть, как будто с завода. Вот так вот. Так что я не ошибся, что здесь могли происходить бои. И эта проволока не советская. Немецкая проволока. Ну ладно. Пойдем дальше. Ну вот. До маяка я дошел.